Многие жители России предпочитают зимовать на Гоа. На всемирно известный курорт прилетать лучше всего с ноября по февраль. В это время здесь светит яркое солнце и никаких ливней. Причем состоятельные туристы выбирают отдых на юге, где цены выше, зато пляжи чище. В северной части штата атмосфера иная. Вечеринки на пляжах, бойкая торговля и шумные улицы не дадут гостям заскучать. Еще один известный курорт – Керала. Здесь расположены манговые, чайные и кокосовые плантации, которые окружают белоснежные пляжи. Небольшие, зато чистые и бесплатные. Сюда приезжают не только поплавать, но и заняться серфингом. Кроме того, именно здесь делают лучший в Индии массаж с аромамаслами. Керала считается аюрведическим центром. За активным отдыхом для души и тела можно отправиться и в курортный штат Гуджарат. Это место славится храмовыми комплексами, мечетями, фортами и парками. Самая популярная экскурсия – восхождение на гору Гуджарат, на вершине которой располагаются 10 храмов. Добраться до них можно, преодолев 5000 ступеней, а затем добро пожаловать на пляж Мандви. Говорят, здесь самые красивые восходы и закаты в Индии.